Так, новости. Ну, какие новости? Новости у нас все пока по-прежнему с Индией связаны. Ну, по Индии у нас есть хорошие новости сейчас, на сегодня, что вот мы сменили адвоката, прежний адвокат, что там, целая тут тоже эпопея. Ну, короче, сменили мы адвоката у Муратова, и сейчас Муратова перевели в гражданскую больницу, где несравненно лучшие условия. Это, в общем, хорошая, конечно, новость. Посмотрим, что дальше будет. Ну а так, что еще у нас из новостей? Ну, видели, вот все эти митинги проходят сейчас у нас и в Москве, там и в других странах, на Украине в частности. Но это, конечно, радует, что вот участники в такой сложный момент, вот когда вот в Индии ребята там страдают, проявили такую вот солидарность. Это все, конечно, хорошо. Если в такой ситуации, это можно такие употреблять выражения, как хорошо. Ну, тем не менее. Ну а так, какие еще новости? Да никаких, собственно, все так идет своим чередом, идет. По сути дела, новости я все выкладываю, так что, в общем-то, ну, в ежедневных. Вот в WebMoney попали за нас. Под раздачу, видели? Ну, так им и надо. А то за мани. Помните, ну, кто помнит, в 2011 еще выступали, какие они там принципиальные, да вот они с пирамидами не имеют дел, да вот они там, а мы плохие, они хорошие. Ну вот, судьба за это, за такого рода разглагольствования уже не первые они, если помните, кто попадает. Апокалипсис, в общем, лучше не связываться, не соваться. Но они этого глупо и не понимают. Ладно, а так что еще? Ну, говорю еще раз, в общем-то, новостей особых нет. Все своим чередом идет. Ну что, тогда до следующего моего выступления. Ладно, а еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое, мы меняем мир. Ладно, до следующего выступления.